Здравствуйте! Сегодня отправимся в город Санья. Тропический курорт Китая, расположенный на юге острова Хайнань. Там впервые прошел молодежный чемпионат мира по парусному спорту. В нем приняли участие почти 400 моряков из 62 стран мира. Они разгоняли свои однокилевые гоночные яхты почти до 50 км в час. В регате победила команда из Австралии. Море – прекрасное место, чтобы сделать предложение, так подумал житель Бразилии. Погрузившись на дно, он достал из кармана вот такой плакат с надписью «Хочу на тебе жениться». Вставь в палец бумажное кольцо, если согласна. И через 5 лет уже супруги вернулись на остров отметить 5-летие свадьбы. А для тех, кто уже устал от палящего солнца, на пляжах острова установлены вот такие ажурные зонты, яркие, забавные и больше напоминающие плессированные юбки. А на других пляжах семейные пары наслаждаются размеренным отдыхом, а наша соотечественница делится с подписчиками сложностями отдыха с грудными детьми. Представьте, 12-часовой перелет. Вы выходите из самолета с рюкзаком, кучей зимних вещей и висящим на руках ребенком. Впереди километровая очередь на паспортный контроль. Вы, наконец, получаете свою коляску, а она сломана. Думаете, это повод для расстройства? Нет, для инстамамы это предлог для внеочередного шопинга, которым она, кстати, довольна. А жительница Казахстана делится планом подготовки к отпуску мечты. Выберите гостиницу, советует она. Сделайте паспорта, выберите турагентство, уговорите мужа на поездку. Копите деньги и никому не доверяйте ключи от своей квартиры, пока вы в отпуске. И самым сложным пунктом ее подписчики посчитали уговоры мужа. Пусть ваши планы всегда реализуются. Инстаграм Брикстеров просматривала Светлана Еловнарова. До встречи!